22 августа в нашей стране отмечается День государственного флага Российской Федерации. В Ленинском городском округе прошло сразу несколько мероприятий, посвященных этой дате. А начались они с торжественного поднятия триколора в присутствии руководства муниципалитета, депутатов, спортсменов и местных жителей. Торжественным парадом мотоболистов прославленного клуба «Металлург» начался рано утром 22 августа праздник государственного флага России в Ленинском округе. Обращаясь к собравшимся, глава муниципалитета Алексей Спасский отметил, что именно сейчас этот день приобрел особое значение. Российский флаг, триколор – это символ независимости, символ государственной нашей страны. Именно под этим флагом сейчас наши парни сражаются за независимость нашей страны, фактически за наше будущее. И сегодня, в этот торжественный день, в этот праздник, я хочу пожелать, чтобы российский флаг гордо развивался не только на всех флагштоках Ленинского округа и нашей страны, но и в наших сердцах. С праздником! Не случайно старт празднованию Дня российского триколора в Ленинском городском округе был дан именно у Дворца спорта «Видное». Наши спортсмены уже давно стали символом и гордостью Видновского края. Право торжественно поднять флаг России было предоставлено руководству и спортсменам мотобольного клуба «Металлург». Стоит отметить, что именно они стали свидетелями, как в Видном впервые взвился российский триколор в честь победы нашей сборной. В 92 году чемпионат Европы состоялся в Видном, и мы участвовали впервые сборной командой России, именно в городе Видном на чемпионате Европы. И когда опять в честь победы мы в финале играли с французами, выиграли финал, и когда поднимали флаг, это вдохновляет, радует, и я думаю, никогда не надоест. Празднование Дня государственного флага Российской Федерации продолжилось на других площадках Ленинского округа.